И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Уставший, но все же продолжаю. Осталось совсем немного, осталось совсем чуть-чуть, и мы пройдем эту долбанную карту. Честно, я прям не сожалею. Вот с Extinction мне как-то еще вот, не сильно охота было уходить. С Айсланда не сильно охота было уходить. С Кёрч, но он как-то пролетел быстро, непонятно. Аберрация, ну, она меня все равно пугала вот эти вот всем... своей атмосферы и так далее. Вот. Генезис я хочу уже закончить побыстрее. Короче, что у нас здесь? Океанически все, вулканически все, лунный. Лунный, давайте лунный посмотрим. Лунный тоже все, остается только заметки, скиф, это я пройду. Лампобол здесь тоже не пройти никак. Проехали его. Снежный биом, только заметки остались. Я просто смотрю на общее количество миссий, может, мне не придется все заметки искать. Болотный биом, я просто не хочу считать, честно, я прям не хочу считать. Я всеми фибрами отталкиваюсь от этого, чтобы не считать количество миссий. Ну, вдруг повезет, сомневаюсь. Вот, ладно. Что у нас здесь остается? Веб-поиск. Время собирать пыльцу. Команда дудбол, это фиг с ним. И прыг-скок и на вылет. Да, прыг-скок и на вылет. Что тут у нас? Про симпатичную лягушку. Сопровождение. Ладно, фиг с ним. Сопроводим. Мать вашу. Сопроводим. Кстати, у меня мех постоянно ломается. Ну-ка, иди сюда. Хоп. Он мне постоянно ломается. Он задолбал уже. Но он просто стоит без элемента и автоматически не чинится, поэтому он постоянно ломается. Бесит? Бесит. Ну и фиг с ним. Хилки есть, я его постоянно лечу, чиню его. Ой. Ну что? Погнали на болото. Болота здесь нету. Эй, ты где? Говорю, погнали. На болото. Без понятия куда, погнали на С. Там вроде бы безопасно было. Вроде бы. Короче. Сколько там? 68. Собака, подожди. Я миссия... Я просто пока что загрузился, я посчитал все-таки 9 миссий. Это будет у меня 66. Две заметки придется пройти. А, подожди, там у меня еще скиф не пройденный. Одну заметку придется полностью все-таки поискать. Ну ладно. Одна карта, это еще не три. И на том хорошо. А тебе как-то на душе легче стало? Ладно, прыг, скок. И вперед. Где ты там? Прыг. Прыга. Прыга. Ладно. Рекс, пошли. Отлично. Пошел ты. Запускаем гамму. Гамма это изи миссия. Вот, не надо так жестко подвисать. Я аж это испугался, подумал, что все, ярдык зависло. Ой, Жапкин, Жопкин ты, блин. Ну, погнали. Ладно, вроде бежит не быстро. Вроде можем отбиваться плюс-минус. Так, рапторы, пошли в жопень. Ну, конечно, это не вулканические паразавры. Там с паразаврами было полегче. В том плане, что их несколько было. С одной стороны полегче, с другой стороны посложнее. Вот, так как этот долбанный паровоз просто нельзя было обойти. А тут как бы, вот, ты даже можешь перешагнуть. Плюс-минус, грубо говоря. Эй, ёб твою ж! Ты как тут появился? Заспавнилась, может быть, а может быть, где-то из невидимой зоны слева подбежала. Возможно. Но это прям был нежданчик для меня. Иди к контрольному пункту, вон там.
Спасти рядового Лягухина. Окей. Пошли вон. Вон, вон. Вот кожаный кошелек. Так, иди нафиг. Я ж ничего не вижу. Отлично. Хорошо, что пройден. Но я все еще ничего не вижу. Так. Вообще что ли, Барзель? Та? Ты кого трогать? Ты моего друга трогать? Я тебя тоже трогать. Только я больно трогать. Ой, больно тебя трогать. Так, Алло. А, это пирожки, это пирани на меня лезут. А тем более вообще насрать. Так. Не трожь лягушку. Странные деревья. Ну прям реально, странные деревья. Прям очень бесячие деревья. Тем, что они тут мешаются. Долбанные листу от деревьев. Что там в настройках надо включить, чтобы листву деревьев убрать? Ё-моё. Мы будем официально читерить. Не, ну блин. Ну реально, листва здесь пока что... Вот ногами листва самый сильный враг. На бетке, я думаю, тоже листва самый сильный враг будет. Да и в целом, как бы... Враг номер два, это неповоротливый Стрекса, конечно, да. Тут тоже не спорю. Так, ну-ка разойдись. Да отойди ты, господи, лезет куда-то под лапки-то. Не смотри. Рекс такой. Своими лапками и затоптать может. Уйди. Уйди. Отойди. Сраные деревья. Отлично. Уже лучше. Не подскажете, сколько осталось до конца? Мы уже приехали. Мы приехали. А сейчас? А сейчас приехали? Все еще не приехали? А когда приедем? Я хочу приехать сейчас. Ну, прекрасно! А, вот ты... Как ты... Не лагай! Он просто сверху упал, козел. Забыл, что они могут еще и сверху спавниться. Ну, в смысле, прям, реально, в прямом смысле слова, сверху падать. Это рапторный дождь. Аллилуйя! Ой, ладно. У меня просто реально уже что-то мозг, походу, начинает плыть от этих всех миссий. Ну, пожалуйста, не трожьте. Слышь, я тебя ж за хвост могу укусить. Давай, лягуха, иди уже. Нафиг тебя задолбало. Так, посторонись. Ну, классно им. У них обоняние есть. Уйди отсюда. Ты. Что он? Ублюдки, мать вашу. А ну иди сюда, я тебе сейчас, ты кого там назвал? А, нет. Меня иди, я такой красава. Фу. Не трожь жабку. Ну что? Вот это вот. Я всячески стараюсь на гамме сделать... О, добрый вечер. Вот это змеиное гнездо было классно. Я всячески стараюсь на бетке пройти по максимум сейфово. Почему? Ой, на гамме. Почему? Потому что мне это поможет... О, здорово! Братва! Братва, я привел к вам! Оу, добрый вечер. Всего один последний контрольный пункт. Хе-хей! Прикольно? Ну супер же! Я привел лягушку домой! Оу! Ты целый и невредимый! Отличная работа! Вышел, это тебе говорили. Отличная работа. Красава. Рекс, красава, что еще скажешь. Даже левелапнулся. Красава. Что мы получили? Опять седло на черепухе, ну это понятное дело. Ну и всякую фигню это логично, это логично. Это сразу выкинуть.
И это выкинуть. Ну, какушка есть. Ну что? Погнали полкилометра обратно. 10 минут всего видео прошло. Прикольно. Погнали бетку. Блин, нифига себе. Ну, здесь путь короче оказался, по ходу дела, чем в других миссиях. Что-то в других миссиях некоторых было такие прям аж это, ну, долго. Ну, чисто по времени ты просто долго ходил. А тут покороче, покороче, это хорошо. Это меня очень сильно устраивает. А можно жабку там, не знаю, со здоровьем 1200? И желательно в альфа-миссии. Так, все еще идите нафиг. Да, на бытке все они еще ваншотные. Точнее, все еще они ваншотные. Но это не означает, что мне нужно пропускать удары по лягушке. Это означает, что я должен быть просто еще более осторожнее. Погнали. Если в пути у этой миссии, точнее, путь у этой миссии будет только один, это будет кайф. Почему? Потому что я большую часть диких, ну, простых животных я зачистил по этой же территории. А это означает что? Это означает то, что обычная животинка мне не будет мешаться. А вот животинка по миссии будет мешаться. И это уже немножечко, да, облегчает. Немножечко. В некоторых местах деревьев, кстати, не будет, что тоже очень хорошо. Барионикс укусил за хвостик. Нет, козел ты. Ну, чё ты, вот, ну, козел. Давай, Рекс, руби деревья. Оп, красава. Рекс, дровосек. Нет, трош! А, не успел тронуть, гадина. Но за хвостик укусил знатно. Ну, я так тоже ничего не вижу, так что какая разница, будем так хотя бы смотреть. Так вот что-то больше вижу. Так, защитите динозавра, да, ёшкин кот. Рыбка, иди нафиг. Рыбка 2, иди нафиг. Ну, циклан тоже иди нафиг. Ой, циклан. Я его вечно циклан там обзываю, я не знаю почему. Я так сократил как-то и все, и у меня это в голове застряло. А он циклан же, да, там, вроде бы как. Ну, я его циклан там обзываю, пофигу. Место под рыбалку. Угу, миссия с рыбалочкой. Хорошо. Тут, бляха, муха, такая, такой тупизм был. Снимаю это. Ну, типа, две миссии у меня не пройдены за рыбалку. Думаю, ну, хорошо. Запишу видео и, типа, это... покажу, что миссии проходят, типа, ну, как миссии проходят, какая команда, все дела, вот это вот все думаю. Ну, думаю, так. Ну, все, вот здесь бы у меня точно бы уже сдохла. Лягушатинка. Почему? Ну, потому что очень много било... змейка. Вот это вот разворот, конечно, это прям очень жестко. В общем, запускаю запись. У меня вообще два монитора. Очень удобная штука, когда два монитора, прям вообще кайф. Особенно когда ты играешь, делаешь какую-нибудь закадрю, ты на втором монитор включил видосики и смотришь, короче, прям вообще огонь. Видосики, стримчики, все дела, ну это все, короче, и как бы два в одно все дела. Очень люблю делать несколько дел одновременно, если это получается. Ну, особенно если это дела и те за компьютером. Прям вообще супер огонь. Так вот. Запускаю, значит, запись этой миссии. Ставлю на паузу. У меня какой-то глюк постоянно. То есть, если у меня на экране с игрой появляется какое-то окошко, ну, просто что-нибудь появляется. А раньше такого не было. Вот, но сейчас есть. И у меня игра просто сворачивается. В итоге у меня вылазит ошибка. Ну, вот это вот ошибка, окошко, короче, с предупреждением. Появляется это окошко, и игра сворачивается. Думаю, ну чё, все нормально, как бы, чё, господи, дело-то. Разворачиваю. Всегда было все нормально. И тут почему-то игра решила... на втором монитор высветится. То есть она просто разворачивается на втором монитор, а запись продолжается на первом.
А записывал я не захват игры, как это обычно делаю, а захват экрана. Потому что я думал, покажу ошибку. Показал один такую ошибку. В итоге мне пришлось все перезаписывать. Арк мне пришлось закрывать. Прям я думал, все, меня прям полыхало так, что я думал, под жопой стул сгорит. Но нет, ничего не сгорел. Ну, благо, со второго раза все получилось, записывал через ОБС. Я так обычно записываю через Bandicam, тут записывал через ОБС. Вот, и, ну, вот, второй раз все получилось хорошо, уже нормально. Ну, такая вот мини-история моего бомбежа на пустом месте. Ну, не трожь, ты собака, ты долбанная. Да, альфу я точно не пройду. Альфа точно не пройду, сколько они вносят урона здесь, там они будут вносить урона еще больше. Стоят они там, козлы, знаю, только сдвинетесь немножечко, и все, сразу же осиное гнездование ваше разлетится. Кто, куда, где, зачем, почему. Лягушка, отойди, не трожь. Я-ху! Уйди. Собака. Мешаются? Мешаются. Так, впереди последний контрольный пункт. Да. Если вот так вырубить, а так ничего не видно. Вот так надо. Картинку я делаю. Картинку. Картинку. Фух. Ну, самое главное, все пройдено. Самое главное, это миссия пройдена, и все просто великолепно. Что я получил в итоге? Опять рецепты говна. Аж 3 штуки. Спасибо. Предмет говно. О, я это могу разобрать. Прикольно. Мне, конечно, это ни к чему. У меня ресурс в досрочке, но, ну, прикольно. Прикольно, когда ты получаешь ресурс, который такой... Здорово, я это могу разобрать. Ну, как бы все равно... Получается, такие это настроение поднимается немножко. Да, я все выкидываю, у меня. Я все вот это. У меня сейчас 2 сейфа. Ой, уж кому ударил собака. У меня 2 сейфа, забитых легендарными предметами. Один сейф забитый легендарными оружием и шмотками, а другой сейф забитый легендарными сетлами. Поэтому извините, мне вот это вот ни к чему, потому что их еще и не переработать. Те, которые можно переработать, я их, естественно, переработал. На ресурсы, поэтому у меня там сейчас очень много металла. Очень много металла, я очень счастлив. Ну, тебя, ладно, переработаем. Ну, тут тоже надо выкинуть. И вот это выкинуть. Да, я выкидываю шмотки хорошего качества. Вот такой я молодец. Погнали обратно на миссию. Миссию я альфа даже пытаться проходить не буду. Я увидел, сколько ногами у меня отняли. Я по максимуму старался задефать, но даже если бы меня отнимали бы в 2 раза меньше, то есть если бы я сыграл более качественно, ну я бы все равно бы загрызли лягуху на альфе. Ну сколько там урона вносит. Соответственно, я даже и пытаться не буду и проходить. Потрачу свои нервы. И в итоге сделаю то, что я сейчас и так сделаю. И... Пам. Так, вот у меня вылетело. Игра свернулась. Не все, я вернул. А вот при той записи у меня... У меня была жопа. Бывает. Бывает. Но самое главное не забыть сделать вот так. Вот. Так вот я и... прошел эту миссию. Ну, нафиг. Ну, седло на люку хорошее. О, я могу это седло разобрать. Прикольно. Прикольно. Прикольно, когда ты можешь что-то разобрать. Это всегда радует. Такие вот это выкинуть. И вот это выкинуть. И все. На этом все. Ой, сам не верю в то, что миссия подходит к концу. Еще что там? 2 миссии, да, вроде бы 2 миссии пройти, и гамма, бета, альфа, босс, и прощай, Генезис, прощай, симуляция, и добро пожаловать в космический корабль. Ну, в общем, короче, вы поняли, еще сколько?
Да. Я записывал заранее, но я сейчас посчитал. Это, по ходу дела, даже в июне еще будет... Еще в июне будет Генезис. Кошмар. Ну ладно. Самое главное, что эти ужасные миссии подходят к концу. Не знаю, насколько мне Генезис 2 понравится, не понравится. Но пока что Extinction топ-1 из всех карт на выживание. Ну, из всех карт на выживание, которые являются сюжетными. Рагнарок, Центр я не учитываю. Они мне тоже очень сильно нравятся. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.